Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня мы с вами пойдем к Уралу. Пройдя по улице Чкалова до Дворца культуры и спорта «Гзовик», я увидел много школьников. Мальчики и девочки приехали на автобусах, чтобы посмотреть музыкальный спектакль по следам бременских музыкантов. Сквер возле Дворца культуры «Газовик». Здесь установлен монумент одному из основателей «Газпрома» Рему Вяхереву, который с 1970 по 1982 годы трудился на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении, был начальником Дедуровского газопромыслового управления, главным инженером «Оренбург-Газпром». Церковь Серафима Саровского, улица Челюскинца. С левой стороны улица Красная площадь. Улица Челюскинцев, район Ленинский, протяженность 785 метров. Год образования 1937. Не менее интересное значение в истории Оренбурга занимает квартал под номером Челюскинцев 17. Ссылка внизу под видео. Снимают дом номер 14 по улице Челюскинцев от улицы 8 Марта. Улица Горького. Улица 8 марта. Тихо, спокойно, безмятежно, отдыхающих мало. Слышны только скрипы шагов редких прохожих. Памятник Петру Первому в Оренбурге был торжественно открыт 13 июня 2014 года в сквере на Марсовом поле. Церемонию приурочили к первому выпуску президентского кадетского училища.
Установке монумента предшествовала закладка 31 августа 2013 года на месте будущего памятника символического камня, на котором крепилась медная дощечка с текстом. На этом месте будет установлен памятник Петру Великому, инициатору основания города-крепости на Яйке-реке, ставшего вратами в Полуденную Азию. Вот он, красавец седой Урал, дремлет под толщей льда. В 1914 году в районе улицы Красная площадь появилось каменное одноэтажное здание метеорологической станции с высокой деревянной башней и огороженной площадкой наверху для размещения измерительного оборудования. В 80-х годах 20 века здание перестало использоваться по своему назначению. Ныне является объектом культурного наследие. Ну что, устали? Сейчас домой уже идем. Спасибо вам, друзья мои, за все, что вы со мной были, прошли весь этот путь. Удачи вам, благополучия, здоровья и хорошего дня. До свидания.